Тепловые организации продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. На территории округа 81 котельная, 62 из них полностью готовы. Прошла проверку котельная на Октябрьском проспекте. Она обслуживает 9 многоквартирных домов и 5 социальных объектов. Здание 1999 года постройки. Оборудование полностью модернизировано, работает в автоматическом режиме. Во время подготовки котельной к отопительному сезону удалось избежать планового отключения горячей воды в домах. Мы ее переоборудовали, стоят новые котлы. Она в целом готова, но мы всегда ежегодно в преддверии зимы делаем ревизию котельных, насосов, всего оборудования котельного. Поэтому эта котельная, в частности, она небольшая, всего 9 гиг, чуть больше 9. Это не так много, но она готова. Все профилактические работы, связанные с подготовкой как котельного оборудования, вспомогательного оборудования, подогревателей пластинчатых, выполнены в полном объеме.